Нашелся потерянный таджикский полковник, командир ОМОНа МВД Таджикистана, кавалер орденов и медалей Гулмурод Халимов. Еще в начале мая СМИ сообщили о таинственной пропаже Халимова, который несколько дней не появлялся на работе, не отдавал распоряжений подчиненным и вообще не давал о себе знать. Позднее прессе удалось узнать, что командир ОМОНа долгое время собирал всю доступную информацию в интернете об исламском государстве, его идеологии и боевой структуре. Полковник даже начал открыто призывать знакомых выступить с ним заодно в деле присоединения к боевикам. В итоге оказалось, что Халимов собрал небольшой отряд из 10 человек и вылетел из Таджикистана сначала в Москву, а затем, очевидно, в Турцию, чтобы уже сухопутным путем пересечь границу Сирии. Как и предполагалось ранее, полковник примкнул к боевикам исламского государства, о чем он сообщает сам, снявшись в пропагандистском ролике, рассказывая о прелестях жизни в Сирии и пути, благодаря которому он пришел в новый халифат. Я бывший командир ОМОН МВД Республики Таджикистан, полковник Халимов Гулмурод Салимович. Родился 14 мая 1975 года, Республика Таджикистан, город Душанбе, Варзобский район, участок Дарей-Фуни. Учился там же, 94 по 96 год, служил в президентской гвардии Республики Таджикистан, закончил 96-м звание младшего сержанта. Потом была работа в ОМОН МВД Республики Таджикистан, ОМОН, отряд милиции особого назначения при МВД Республики Таджикистан. По 97 год я уже проходил спецподготовку в московском спецназе. Потом был 2003 год, штат Луизиана, город Батон-Руж, проходил спецподготовку спецназа в Америке. 2008 год, спецподготовка в американском штате, то же самое, штат Луизиана, город Батон-Руж. 2008 год, по 2003 по 2008 год проходил спецподготовку в Америке, военном базе Blackwater. В 2000 год я поступил в Высшую академию МВД Республики Таджикистан, в 2005 год я его закончил, звание майора. Работал в ОМОН МВД Республики Таджикистан по 2008 по 2009 год, замкомандиром ОМОН МВД Республики Таджикистан по боевой подготовке. В 2013 год уже получил звание полковника ОМОН МВД Республики Таджикистан и был командиром ОМОН МВД. Обращается на видео Гулмурод Халимов и к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, а также к другим высокопоставленным чиновникам, одним из которых он сам еще совсем недавно был. Бывший спецназовец призывает таджикских военнослужащих задуматься о смысле военной службы. Например, вы каждое утро, выходя на работу, вы смотрите в зеркало и скажите, вы готовы умереть за это государство или нет? Все это время официальные власти Таджикистана никак не комментировали происходящее. То ли пытаясь замолчать скандальную историю полковника, то ли просто не обладали никакой информацией. Когда уже отмалчиваться стало просто неприлично, руководство МВД и Генпрокуратуры заявило, что ведет расследование относительно пропажи высокопоставленного офицера, подтвердив тем самым отсутствие у силовиков какой-либо информации о командире ОМОНа.